компании «Этикмир», с вами я, Артур Идиатуллин. Европейские бонды снизились в понедельник, реагируя на позитивный шум, связанный с торговыми переговорами и кратковременным благополучием в экономическом фоне США. Фондовые рынки выросли европейские, что сопровождалось усилением оттока из тихих гавней и притоком в рисковые активы. Представители Китая и США поддержали рыночное настроение в пятницу, сообщив, что в очередной раз совершили рывок в переговорах. Высокопоставленные чиновники Белого дома, в свою очередь, заявили, что допускают подписание соглашения в этом месяце. Цена золота стабилизировалась на отметке $1512 за тройскую унцию, продолжая колебаться около уровня $1510 за тройскую унцию. Ожидания относительно основных пяти факторов спроса — это траектории процентной ставки США, потребительской инфляции, волатильности, спроса на защитные активы и спроса на потребительском рынке — стали более приглушенными. Тем не менее, необходимо следить за событийными рисками, а это внезапное обострение торговых разногласий между США и Китаем, нарушением нормального хода переговоров или усиление неопределенности, связанной с декабрьскими выборами в Великобритании. Прирост рабочих мест в США более чем оправдал ожидания в октябре, составил 128 тысяч. При ожиданиях более слабого и обусловленного сезонностью значения 85 тысяч. Тем не менее, инфляция зарплат – это второй важный показатель, который особенно важен для ФРС, так как это является предвестником, так как данный показатель является предвестником потребительской инфляции. А значение инфляции зарплат оказалось меньше прогноза, составив 0,2% при прогнозе 0,3%, что, естественно, сдерживает развитие ожиданий эрозии реальной доходности в США, так как если инфляция зарплат ускорится, это будет говорить о том, что потребительская инфляция также может ускориться, а так как реальная доходность равна номинальный минус инфляции, это означает, что реальная доходность будет снижаться. Известно, что реальная доходность, именно реальная доходность, отрицательно коррелирует со спросом на золото. Активность в производственном секторе Германии, Еврозоны и Франции перешла из спада в стабилизацию в октябре, что, несомненно, поддержало позитивные настроения в начале этой недели. А производственный сектор сейчас рассматривается как главный, будем говорить, источник заражения слабостью, так как наиболее уязвим к дестабилизации в мировой торговле за счет сильной ориентации на экспорт. Соответствующие индексы незначительно укрепились в прошлом месяце. Вот можно видеть, что здесь в октябре произошло небольшое улучшение в активности в производственном секторе. Это может восприниматься сейчас рынком вместе с остальными событиями как ранний сигнал к тому, что действительно возможна какая-то стабилизация в самом проблемном секторе еврозоны. А также стоит сегодня обратить внимание на данные по капитальным вложениям в США. Выход сегодня, ну, выход их намечен на сегодня. Согласно последнему заявлению ФРС и комментариям Пауэлла, сейчас регулятор беспокоит слабый экспорт, производство и в особенности недостаток позитива в настроениях корпоративного сектора, что отражается на их инвестиционных планах, на планах по расширению производства. Динамика показателей сейчас такова, которые связаны с инвестиционной активностью, что объемы инвестиций не сокращаются у нас помесячно, поэтому замедление спада или даже положительный прирост могут говорить о проявлении эффекта, о начальном проявлении эффекта тех страховочных снижений ставки, которые ФРС произвел, и о росте позитивных ожиданий по торговой сделке. Ключевой вопрос о смене ожиданий в корпоративном секторе имеет ответ как раз в таких сейчас незначительных
данных как капитальные вложения. Запланирована на сегодня речь нового главы ЦБ Кристин Лагард. Будет интересно тем, какую она позицию займет между ястребами и голубями, то есть между противниками и сторонниками количественного смягчения этой новой программы, сроки и объемы фискального стимулирования, точнее, какие-либо намеки о том, насколько будет интенсивным еще программа фискального стимулирования от стран еврозоны, они постепенно сейчас вкрапляются в повестку ЕЦБ, то есть ЕЦБ пытается сейчас скинуть с себя часть обязательств, говоря о том, что фискальные органы должны принимать большую часть стимулирования. Естественно, любые намеки об этом, они будут влиять на ожидания сроков завершения программы количественного смягчения, что, в свою очередь, будет дальше иметь эффект уже на евро и на европейские бонды. А на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.